Я сейчас взорвусь, как 300 тонн тротила. Во мне заряд не творческого зла. Меня сегодня муза посетила. Посетила, немного посетила и ушла. У меня имелись веские причины. Я не имею права унытье. Представьте, ночью муза у мужчины. Бог весть, что ли, скажет про нее. И все же мне досадно одиноко. Ведь эта муза, люди подтвердят, засиживалась сутками у Хасанова. Он прямо по желанию выходя. Я бросился к столу весь в нетерпении. Но, Господи, помилуй и прости. Она ушла. Исчезло вдохновение. И 3 рубля должно быть на такси. Я в бешенстве мечусь, как зверь по дому. Но бог с ней, с музой, я ее простил. Она ушла к кому-нибудь другому. Я, видно, ее плохо угостил. Огромный торт, утыканный свечами, засох он. Да и я иссяк. С соседями я допил, с волочами. Для музы приготовленный коньяк. Ушли года, как люди в черном списке. Все в прошлом, я зеваю от тоски. Она ушла безмолвно, по-английски. Но от нее остались 2 строки. Вот 2 строки. Я гений, прочь сомнения. Даешь почет, лавры и цветы. Вот 2 строки. Я помню это чудное мгновение, когда передо мной явилась ты. Ура!